На днях городской портал OneClick провел презентацию своего нового проекта. На сей раз он совместно с педагогами и школьниками издал первый учебник по истории города Якутска. Учебник называется «Здравствуй, Якутск» и предназначается он для учащихся шестых классов. Более подробно нам расскажет Петр Говоров. Городской портал OneClick Якутск реализовал новый проект совместно с учеными, педагогами, энтузиастами и школьниками. Издал первый учебник по истории города Якутска для шестых классов под названием «Здравствуй, Якутск». Тираж учебника «Здравствуй, Якутск» составляет 4000 с лишним экземпляров. Специально для всех шестиклассников школ города Якутска и пригородов. 27 сентября, ко дню государственности, все учебники будут переданы в библиотечные фонды школ. И ребята смогут начать учебные уроки уже согласно школьной программе. Это может быть и как и следующая, и с первой четверти, так и со следующих четвертях. Также это учебное пособие рекомендовано для внеклассных занятий с 5 по 10 класс. Авторы учебника – это ученый-историк Пантелеймон Петров и учитель истории, и мой экс-классный руководитель школы номер 33 Владислав Голованов. Учебное издание одобрено Министерством образования Республики. Также в создании учебника приняли участие команда портала OneClick Якутск, ученики 11 класса. Стоит отметить, что Якутск – первый город в Сибири, выпустивший свой учебник. Лет 10 назад мы еще подготовили вариант учебного пособия по истории города Якутска. Ну вот, руководители портала OneClick, вот, они нашли вот наш вариант, который вот лежал без движения уже лет 10. И вот представили к нам повторно. Они представили еще материалов, освежили, обновили с новыми материалами. И вот в этом году школьники, учащиеся города Якутска, получат новое учебное пособие по истории города с уже охватывающий период 30-40 тысяч с долины Туймада по истории, так и до современности. Мы не издательство. Но зачем мы все это делаем? Потому что, как гласит ваша надпись на школе, которая «С днем рождения, любимый город». Что такое любить? Любить – это значит знать. Если мы будем к городу относиться как к родному городу, его любить, то и помоек будет меньше, и освещение будет хорошее, потому что все зависит от нас. Ну а теперь интересно узнать впечатления самих учащихся. Эта книга о нашем городе, родном городе Якутск. Я интересуюсь. И иногда впечатляюсь. Желаю всем ученикам, чтобы они учились только на пятерке и четверке и радовались, что они живут в этом городе. Чтобы они хорошо учились, ученики, и добивались многих успехов по школе и вообще по жизни. И мы желаем, чтобы город Якутск был любимым городом, а любить – это значит знать. Знайте и любите историю своего города.